Когда завтрак был далеко позади, а обед еще и не думал начинаться, на помощь приходит она – еда быстрого приготовления. Лапша, пюре, каша. А может, все это не так уж и вредно? Я думаю, что нет. Да я не считаю, что они вредны. Я просто считаю, что в них столько лишнего жира ненужного, что... Ну, я просто очень переживаю за свое тело. Безусловно, вредна, все мы об этом знаем, но она такая вкусная. Есть или не есть, вот в чем вопрос. Вот, к примеру, всем известная лапша. Производят ее путем высушивания влаги из продукта. А чтобы лапша могла стремительно набухать после добавления кипятка, в нее в огромных количествах добавляют различную химию. Если вы будете это употреблять раз в неделю, ну, может быть, два раза в неделю, ничего страшного не будет. Но если вы будете употреблять это каждый день, то примерно через 3 недели у вас начнется изжога, у вас может возникнуть гастрит. Дальнейшие моменты могут привести к язве желудка. Кроме того, для изготовления продуктов подобной категории используют муку мягких сортов пшеницы, углеводы которой вызывают постоянное желание съесть что-то еще. Однако бывают случаи, когда употребление такого продукта не избежать. Тогда откажитесь от специй в пакетиках, которые прилагаются к упаковке, и замените их обыкновенной солью, перцем и другими пряностями. Не стоит забывать, что все вот эти продукты быстрого приготовления – это, во-первых, избыток соли, во-вторых, очень малое количество витаминов. И в-третьих, это обязательно консерванты. А консерванты, вы сами знаете, что это нехорошо. То есть те самые Е, которые существуют в этих продуктах, могут привести не только к проблемам с желудочно-кишечным трактом, да? Это может быть и какое-то возникновение, например, рака, да? Потому что некоторые Ешки, они провоцируют возникновение этой болезни. Каши быстрого приготовления часто содержат добавки в виде ягод или фруктов. Добавку эту смело можно назвать маскарадом, так как доза ее очень мала. А вкус создают не ягоды и фрукты, а ароматизаторы, идентичные натуральным. Лучше покупать обычную кашу и добавлять замороженные фрукты, что будет гораздо полезнее. Перекусив таким в кавычках полноценным обедом, через некоторое время вам опять захочется есть. Поэтому лучше выбирайте полезную еду и будьте здоровы!